После Второй Карабахской войны прежняя ситуация в регионе радикально изменилась, а новая еще не устоялась. Развитие процесса происходит, что называется, по ходу пьесы, которая обрастает новой драматургией. Но кое-что старое остается минская группа ОБСЕ. По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, стороны рассмотрели внутриукраинский конфликт. Макрон проинформировал по существу о недавно прошедших в Париже переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалось положение в Ливии. Путин и Макрон высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил. Рассматривалась также ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Стороны с удовлетворением констатировали, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. При этом была выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам Нагорно-Карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ. В этом нет ничего удивительного, ведь при подготовке трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года Москва проводила определенные политические консультации с Францией, как одной из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Интрига возникла тогда, когда французское издание «Ля Трибуны» сообщило, что Макрон и Путин в скором времени выступят с инициативой по решению проблемы Нагорного Карабаха и планируют запустить в ближайшие дни конкретные инициативы в рамках Минской группы ОБСЕ. Тем более, что чуть ранее сопредседатели Минской группы в своем заявлении призвали стороны Карабахского конфликта как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос армянского журналиста о ходе подготовки совместного предложения по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ответила, что работа спецпредседателей продолжается, и это все, что она может сказать по этому вопросу. О том, что действительно нечто готовится, свидетельствует и состоявшийся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно сообщению пресс-службы Госдепартамента, Блинкен отметил важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в интересах народов в регионе. Другие детали беседы не раскрываются. В то же время бакинские СМИ обрушились с резкой критикой на продвигаемую, по их мнению, Парижем совместную инициативу по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, указывая на то, что в период Второй Карабахской войны французы занимали проармянскую позицию. Если даже в ближайшее время Минская группа возобновит свою деятельность, то Азербайджан, опираясь на веские политические доводы, обязан добиться исключения Парижа из состава посредников сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пишет бакинский эксперт Инула Фатулаев в Hagen.as. По его словам, пожалуйста, но без Франции. И Азербайджан не должен ограничиться лишь этой мерой в борьбе с агрессивным союзником Армении, Парижем. Наступил час, когда азербайджанские власти обязаны пересмотреть отношения с Францией. Вплоть до дипломатического разрыва. Тот же автор, как и некоторые его другие коллеги, заявляет следующее: Азербайджан считает конфликт завершенным делом, преследуя главную цель – реинтеграцию с клочком земли, доставшимся в наследство после войны от упраздненной в первые годы независимости НКАО Нагорно-Карабахской автономной области. Часть Нагорного Карабаха с центром в городе Ханкенде перешла под временное управление российских миротворческих сил. Россия, сопредседатель Минской группы ОБСЕ, сыгравшая главенствующую роль в завершении боевых действий и в правовом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, что регламентируется трехсторонним соглашением. То есть Минская группа ОБСЕ исчерпала свой потенциал, никто в ней уже не нуждается, а Алиев допускает возобновление ее деятельности лишь в формате восстановления мирной и стабильной жизни в постконфликтный период.
Но странность ситуации как раз в том, что возможная новая инициатива Минской группы еще неизвестна. Поэтому предпринятая Баку атака на МГА ОБСЕ объясняется либо наличием информации о том, что будет поставлен вопрос о статусе Нагорного Карабаха, либо действиями упреждающего свойства. Возможно, что все возвращается к формуле, прописанной бывшим сопредседателем Минской группы от США Ричардом Хагландом. Ереван считает сохранение Минской группы ОБСЕ необходимым для определения окончательного статуса Нагорного Карабаха. Баку не менее тверд и в другом направлении, утверждая, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и всегда будет. Эта головоломка, с которой Минская группа столкнулась почти с самого начала, радикально противоположные позиции, которые принципиально не сдвигаются с места. Алиев уже высказался относительно возможной дальнейшей деятельности Минской группы. Могут быть некоторые сферы, в которых они, сопредседатели, смогут сыграть свою роль в постконфликтной ситуации. Не как группа, которая должна урегулировать конфликт. Здесь я совершенно не согласен с некоторыми представителями Минской группы. Они говорят о необходимости урегулирования конфликта. Конфликт уже разрешен. Чтобы выбраться из этого тупика, необходимы либо кардинальные перемены в позициях конфликтующих сторон. Будет крайне сложно, так как говорит Хогланд, Нагорный Карабах – это не просто двусторонняя проблема между Арменией и Азербайджаном. Это сложный многосторонний процесс, в котором либо усилия азербайджанской дипломатии по изменению мандата ОБСЕ, возможно, даже ее роспуска с переводом в иной формат. Добиться такого почти все внешние игроки имеют собственные интересы. Хотя завершить Нагорно-Карабахский конфликт без участия Минской группы теоретически возможно, или в формате трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, или на основе двухсторонних договоренностей между Баку и Москвой. Но во имя чего Россия должна будет разрушать посреднические конструкции мировой дипломатии? Москва не заинтересована в единоличном посредничестве, здесь с учетом геополитических перспектив. Пока что Минская группа ОБСЕ нужна региону, она может в будущем внести вклад в решение вопроса по налаживанию взаимного доверия между Баку и Ереваном, поскольку выполняет посредническую роль. Прежняя ситуация радикально изменилась, новая еще не устоялась, развитие процесса происходит, что называется, по ходу пьесы, которая обрастает новой драматургией.